Приветствую, друзья! Только что мы провели розыгрыш смартфона, как и обещали, сегодня 1 октября. И было у нас три приза. Как мы будем отправлять смартфон Илье Дорофееву в Италию, мы запишем видео чуть попозже. Узнаем завтра, рабочий день. Почта у нас со вторника работает. Как можно отправить в Италию? Второе и третье место были у нас денежные призы. Это 500 рублей и 300 рублей. 300 рублей за третье место получила у нас Татьяна Ворошилова, то есть ее муж Михаил Ворошилов. Сейчас я буду отправлять ей эти 300 рублей. Живет она в Белоруссии. Попросила она отправить ей на единый кошелек в доллар. Вот Татьяна Ворошилова. Можно на Wallet One в долларах. И сейчас мы ей отправим. Заходим в единый кошелек. 300 рублей у нас получается. Это 5 долларов 43 цента. Обменивать мы не будем. Я просто зашла и посмотрела, сколько это будет в долларах. Поэтому мы жмем переводы и переводим. Перевести деньги другу. Нажимаем доллар. И вводим номер кошелька. Ввели номер кошелька. Получается у нас 5 долларов 43 цента. Вот Татьяна Ворошилова у нас фотография высветилась. Пишем за третье место. Продолжить. Сейчас мне придет код на телефон. Пришел код. Отправились денежки. Зайдем в историю, посмотрим. Вот история. Тане дошли деньги. Так что все честно. Борис только что отправил за второе место Антону Анкудимову 500 рублей. Сейчас я покажу скриншот из Сбербанка. Вот за второе место Антон Юрьевич Анкудимов получил 500 рублей от Бориса Маркелова. Так что все честно, друзья. Еще мы обязательно что-нибудь для вас придумаем. И следите за моим каналом, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в соцсетях. Ниже будут указаны мои данные. Ищите меня в соцсетях, добавляйтесь в Skype. И всего вам хорошего. И еще у нас оговаривалось, мы сегодня делали ставки, кто выиграет смартфон. И Илья Дорофеев поставил на себя ставку. И если кто угадывает, тот получает 100 рублей. Поэтому мы Илье Дорофееву еще отправляем 100 рублей. Он живет в Италии, попросил он в долларах ему отправить. Написал единый кошелек. Вот Илья. Доллар и 6 получается у нас 100 рублей. И нажимаем продолжить. Вводим код. Денежки отправляются. Ну все. Так что все честно, никому мы ничего не должны.